Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вашему вниманию краткий обзор пули американского производителя Нослер. У меня в руках Нослер Вармагеддон в 30-м калибре. В весе 110 грейн, это 7,1 грамм. ФБ типит, то есть с черным металлик black полимер наконечником. Это не обычный наконечник, который стоит на акубонд, на пулях E-тип, на пулях баллистик тип. Это металлик black полимер тип. То есть наконечник позиционируется у них очень твердо. Баллистический коэффициент 0,293. Ну, в принципе, такой коэффициент так себе. В 30-м калибре, ну, пуля легкая, вот, специфическая benefits. Вот. Упаковки картонные по 100 штучек. Сейчас мы с вами рассмотрим, что там внутри. Вообще пули Вармагеддон изготавливаются сердечником из свинцового сплава и имеют оболочку из медного сплава, способную выдержать высокие скорости и одновременно увеличиваться при ударе. То есть пуля, она разрывная. Она не превращается в гриб. Она интересна для охоты, ну, с моей точки зрения, если бить в голову. Вот, если бить в голову, она интересна. Вот. Пули Вармагеддон изготовлены с использованием высокоэффективного процесса. На самом деле, это такой полный головняк. Вот. Но он обеспечивает легендарное качество и точность. В принципе, по экономичной цене. Вот. Ну и позиционируется производителем как пуля для часто стреляющего стрелка, которому необходима высокая точность. То есть пуля, она довольно-таки стабильна, да, то есть по стрельбе она мало на нее влияют боковые ветры, горизонтальные. Ну, соответственно, в этом весе мы не говорим о дистанциях, да. Вот. Но за 223 калибр я скажу, что по большому счету эта пуля, она с точки зрения многих моих коллег, она даже превосходит баллистик тип и E-тип, да, то есть по устойчивости. Хотя, вроде как, совершенно невзрачное такое сооружение. Ладненько. Охотничья пуля, как ни крути. Сейчас я вам расскажу ее длину, потому что она необходима многим из нас. 23,7 мм. Ну, диаметр здесь классический. 7,82. Вот, 7,82, пожалуйста. Вот, 308 калибр. Ну, естественно, рекомендуется для охот. Я бы даже рекомендовал ее для охоты все-таки на что-то такое мелкое, да, потому что разрывные свойства, они, в принципе, ну, потеря мяса, как ни крути. В конце своего видео я предоставлю вам анимацию от производителя, где они покажут, как это все работает. Подписывайтесь на наш канал. Мне приятно с вами работать, задавайте вопросы. До новых встреч. Мы обещаем работать вечно. The new Vermageddon Varmint Bullets by Nosler.
featuring either a hollow point or metallic black polymer tip, the flat-base Varmageddon bullets are designed for maximum accuracy and instantaneous fragmentation upon impact. The ultra-thin jacket mouth assures violent expansion at either end of the velocity scale, while the uniform, gradual thickening of the jacket at the bullet's midsection keeps the Varmageddon bullet together until impact at any velocity. For the perfect combination of deadly performance and Nosler's proven accuracy, try Varmageddon Varmint bullets and experience the new performance standard.